got broads in Atlanta. Just took me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Ассаламу алейкум, друзья, с вами Абдулла, и вы на канале Уланг Абдулла. Сегодня у нас будет видеоролик про GTA 5, как всегда, да? Ну а мы погнали. Друзья, я считаю, до 10, кто успеет поставить лайк, то большой молодец. Давайте, раз, два, три, нет, не так. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. И кто поставил лайк, тот молодец. Франклин, конечно, бить не может здесь, но этого того стоит. Ну, а мы садимся в Мерседес, сядем или вот эту. Нет, Мерседес, давай. Давайте Мерседес. Поехали. Да какая камера трудная. Оп, давайте сейчас туда поедем. Вон туда. Там, надеюсь, текстурок нет. Нету. Это что? Воу! Блин, ну это уже текстурки там. На текстурке не поедем. Вот. Вот мы. Это что за музей? Мы в него еще заехать можем. Так, Франклин, вот тут паркуемся. Или сядем в тачку. Может, вот так сделаем. Все, теперь колесо сюда смотрит. Ну, Франклин, что ты не ходишь так? Давай, садись. Поехали. Тут постояли. Ой, все сделали такое. Теперь надо поехать поспать. Часов 2-3. Ссылку я на скачивание оставлю в описании. Я буду, наверное, каждый раз их кидать вам. Ну так не пойдет, друзья. Вон там у вас в конце ролика будут мои ролики. И на них-то жмите потом. И он у вас включится, и вы посмотрите его. Так, сделаем. Эдди, укачивайся! Не укачивайся. А не укачивайся, я сказал. Так. И поехали. Блин, ну чё со мной? Чё-то я очень спать хочу. Давай пойдем тогда спать, Франклин. Ух, поспал. Теперь уже другое утро. Поехали на Мерседес и опять покатаемся. Кто любит GTA 5? Или кто? И кто любит GTA San Andreas? Пишите в комменты. Чё-то вы мне перестали и вообще не писали комменты, друзья. Раньше-то хоть кто-то писал. Там писали, я не помню кто, но я читал комментарии. Я помню, кто это, кто написал «Бомба». Это, по-моему, Острома написал. Да. Оп. Оп. Смотрите, давайте подрифтим. Хоп, блин, не получилось. Не получается. Во. Так получится. Давайте поедем. Не знаю.
не знаю, вообще ничего не знаю, что мы сделаем. Давайте погоняем. И хопа! Погнали! О, этот челик еще отлетел там. Поехали опять в музей или нет? Нет, нет! Текстурки! Фух, мы в пещере. Блин, ну что сейчас делать? Ук, вот так сделали мы. Обратно вот так телепортировались. Вот эту кнопку я нажал. Вот эту запись. Это не запись, но я не там снимаю, конечно. У меня в телефоне есть своя программа. Чик. Без водяных знаков, между прочим. Даже Франклин. Да, да. Давайте переключимся, посмотрим, что там у нас дела, какие у Майкла. Я его в текстурках вижу так. Погнали! Я хочу в такси! Ну, враг ли, блядь, это его такси! Нет, нет и нет, мы в тачке не сядем. Только Франклин сядет. И пойду спеть. А, я взрыва. Чё за здесь разборки? Мои тачки не трогайте. Кто тебе сказал, трогал, что это твои? Это вот так и я сказал. Понятно. Сейчас сяду в Мерседес. Ты не сядешь же на Мерседес. Тебе я сказал. Нееет. Так, это что за шум тут? Мои это тачки, во-первых. Да, Франклин, они тут спорят, что это их. Я только в них садиться могу. Только Франклин может садиться в свои вот эти тачки, друзья. Да, я вам показывал в прошлом ролике по GTA 5, какие мы эти делали настройки. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Лангабдуа Ибрахим Шахбиев. Всем ассаламу алейкум.